память-то куриная. Да как у золотой рыбки. О. Сидели полчаса, вспоминали, как жену Сигмы развали. Ну, может, вспомнили. Но они технически не были женаты. Ну, технически-то да. Здравствуйте. Салют. Это Виктор, меня зовут Даня. У нас сегодня финал звездной книжки «Отвага и честь». И, естественно, да, сегодня у нас финальная часть. Уриэль Вентрис, так сказать, покажет грязным Тау, где раки зимуют. Но, если честно, концовка говно. Ну, типа, там настолько нелепо, я все это дело расскажу, но, по сути, вот эта вся финальная часть книги, она не нужна. Она нужна только для того, чтобы убить некоторых персонажей, чтобы они дальше не появлялись никогда. Ну, вдруг они потом появятся. Воскресшие? Ну. Я слышал даже про такую религию, как появилась. Вот. Да нет, на самом деле, просто они все начало финальной части, короче, думают, что делать, а потом в конце придумывают план, что надо сделать, что можно было сделать, короче, типа вот примерно страниц 150 назад. Ну, с вами были The Station, Витя, Даня. Пока-пока. Вот. Но на самом деле, что мы закончили-то нашу прошлую часть чем? Так там что, просто Гранд Тусовей идет? Так на самом деле Гранд Тусовей будет продолжаться. Я не буду сегодня подробно расписывать все битвы, друзья мои. В этом нет особой необходимости. Просто моменты боевые буду объяснять, кто с кем дерется и зачем и почему, собственно говоря. Закончили мы на том, что Уриэль Вентрис помог Лаврентийскому 44-му полку отбить нападение на Брэндонские врата. Так. Типа было массированное нападение Тау, но потом на военном совете все-таки наши ребята пришли к... Они выходили и массировали их. Вот, но потом на военном совете было принято мудрое Соломоново решение, что Тау на самом деле не столько пытались занять этот город, сколько пытались отвлечь наших героев от гораздо более важной цели. И это, конечно же, является город под названием Альцетин. Потому что, если мы смотрим на карте, он прям в серединке находится континента, там от него расходится как раз-таки артерия вот этих... сверхскоростных магистралей, и с точки зрения именно войны это был крайне важный объект, то есть возьми Альцетин, а дальше уже все, в принципе, будет достаточно просто. По факту сейчас непосредственно Тау принадлежит только вот этот прибрежный город, который они захватили в самом начале, который Прокседос, где устроили лагерь для военнопленных. В остальных регионах битва все еще продолжается. Вот, и здесь мы с вами немножечко, ну, отправляемся, собственно, дальше, в неведомые края Павониса, а именно мы застаем Лиарха. Так. Про которого мы, на самом деле, уже давно ничего не слышали, и тут нам такие, блядь, Грэм Макнил сидит, блядь, Лиарх, где он там? Лиарх вместе с отрядом скаутов, которых ведет сержант Исама. Мора, это такие вот имена, что я могу сказать. Вот, они пробираются по какой-то холмистой, гористой местности. Они идут в сторону как раз-таки вот этого портового города, потому что примерно по их прикидкам именно там и держат пленников, потому что больше их по факту держать негде. Вот, и поначалу все достаточно просто. Ну, типа Тау особо разведкой не маются в горах и лесах, как бы им тут, дай бог, войну выиграть, как бы, поэтому наши герои на бодром марше, короче, замотавшись в Камакло, торжественно пробираются, значит, горами, идут горами высокими, полями широкими. До самого города Парижа улетели. По дороге концерты дают, этим и выживают. Вот, но на самом деле, чем дальше в тыл врага пробирается наш стелс-отряд, у которого миссия, напоминаю, Уриэль попросил Лиарха освободить Кудалькара. Вот, и Уриэль-то у него что попросил? Ты, говорит, их догони, и Кудалькара забери. Лиарх их не догнал, потому что, ну, как бы, батлсьюты с реактивными ранцами чуть быстрее двигаются, чем спейсмаринчик, поэтому они торжественно убежали, и Лиарх решил, ну, типа, все равно задание надо выполнять. Какая разница, типа по дороге мы их перехватим или прямо на базе шлепнем. Делов-то, господи. Вот, и появляются первые разведчики Тау. Там летают дрончики, там бим-бим-бим-бим-бим, что-то сканируют. Иногда появляются какие-то пираньи разведывательные, тоже проносятся из стороны в сторону. Но наши герои продолжают, в принципе, укрываться. И настолько скауты ультрамаринов, короче, овладели искусством невидимости, что мало того, что они могут при Тау чипсами хрустеть, так еще, типа, они лежат на земле, завернутые в камакло, и, типа, прям дроны прям над ними пролетают, вот так, короче. Пираньи чуть ли не кончиками брюшек своими по ним шоркаются, но не замечают, к счастью. Вот, и в итоге, когда очередной разведотряд Тау проходит через наших героев и скрывается где-то там в глубинах подлеска, как раз-таки сержант Исама вот этот вот, он подходит к Лиарху и говорит, слушай, говорит, Серж, а че мы их не ебнули?
Прекрасный вопрос. Ну, они же, блядь, прямо вот над нами, говорит, один, типа, one shot, one kill. Он говорит, ты чё, сержант, говорит, у нас задача поставлена другая. Наша задача найти Кудайкара, планетарного губернатора, и освободить его. Он говорит, ну, одно же другому не мешает, можем как бы и губернатора освобождать, и заодно ксеносов убивать. Ты чё, говорит, это ж ксеносы грязные. Такой, я уже и ксеносов не убивал, говорит, два дня, вот. Меня ломает, чел. И опять сержант, короче, как это любит ультрамарин, начинает заливать про кодекс Астартес. Что кодекс Астартес нам говорит, что даже во время разведывательной стелс-миссии, вот, все равно, типа, ты можешь на самом деле, как это сказать-то, короче, по мере своих сил и возможностей вреди врагу на его территории, как бы. Вот, делай больно по-другому. Да. Кашу ему утреннюю плюнь. Да, однако же, естественно, да, в кафе переставь местами тарелки. Вот, однако же, Лиарх ему оперирует, как бы тоже обращаясь к кодексу Астартес, и говорит, что наша задача, говорит, спасти Кудалькара Шинай, говорит, и любые действия, предпринятые, которые могут навредить нашей миссии, это тоже будет нарушение кодекса Астартес, потому что первостепенная миссия всегда важнее второстепенной. Ну, типа, сначала гранд-стратегия, скажем так. И как раз таки в итоге они договариваются, он говорит, ладно, давайте шагать вперед, и углубляются снова куда-то там в лесополосу, причем, кстати, и сама говорит, что до города им шлепать 4 дня. Не торопится. А если у них такие крутые камоклоки, ну, блин, взяли бы ринку, обкинули. Обмотали бы этими камоклодами, да, и поехали. И то устают такие, блядь, вроде звук двигателя, а что-то не видно ничего. Не понимаю. Да. А в это время мы с вами, друзья мои, переносимся в стеклянную башню на базу арбитров, где сейчас мы застаем Дженну Шарбен, которая, ну, очень недовольна идет по коридору. Прям идет и ешь. Прям кушать не может настолько. Ну, ходить может, кушать не может. Вот. На самом деле, у нее сейчас есть ряд небольших проблем. Дело в том, что, во-первых, они же тоже в Брэндонских вратах находятся. Тут недавно было сражение, короче, армии носятся, что-то друг друга убивают, они арбитры. Они как бы у себя в тюрьме в этой тусят, и как бы им нормально. У них там куча пленных Тау, и из-за того, что сейчас идут боевые действия, естественно, логистика в первую очередь снабжает армию. А арбитры сидят как бы у себя в тюрьме и такие, блядь, нам ничего не привозят покушать. Вот, поэтому пришлось, так сказать, открыть старые погреба, склады и жрать тушенку 50-х годов. Вот, и переработанную воду пить, что не очень хорошо сказалось на настроении подчиненных ей людей, как бы, но с другой стороны, а что делать-то, жить-то как-то надо. Вот, но они нашли, как себя развлечь, скажем так. Они развлекаются с пленными Тау. Угу. Вот, к вопросу допроса, скажем так, они уже подходят немножко по-другому. Они уже поняли, что Тау им ни хрена не скажут, потому что, блядь, ты можешь отрезать ему все пальцы, как бы, пришить ему нос вместо дырочки на голове, как бы, а эта сука все равно будет говорить только свое имя, звание, как бы, и из какого он полка, и все. Больше ты из него, ну, ни хрена не вытянешь. Поэтому нужно подойти к вопросу творчески. Да, как бы, и тут есть два варианта. Либо они реально ничего не знают, то есть они такие, я, блядь, фаервойер, я иду стреляю, куда мне показывают. Вот, либо они, ну, типа, хрен сломишь. В итоге арбитры включили всю, блядь, свою фантазию. Они, короче, брили Тау на лысо, короче, срезая им вот эти вот косы, как индейцам, знаешь. Mm-hmm. Они заставляли их ходить голышом постоянно, чтобы те мерзли. И как в фильмах про тюрьмы, короче, из шланга их хуярили водой холодной, короче, расставив у стены. Вот, и также некоторые оригиналы почему-то заставляли их совокупляться друг с другом. Наверное, они... Типа, ну-ка, трогай сюда, трогай сюда. Не, не. И один Тау такой, хорошо, давай. Естественно, они как бы вымещают свою злость на них, и как бы Дженна, в принципе, начала закрывать на это глаза, потому что, ну, блядь, ребятам как-то развлекаться надо, в конце концов. Типа, нравится смотреть на трахающуюся Тау, ну, блядь, флаг тебе в руки, Тау, блядь, на барабан натягивает. Вот, но возникла другая проблема, еще одна более важная, когда сюда привезли Дженну Шарбен, допрашивать ее приехал некий джентльмен, потому что Дженна тусила во внутреннем дворе, ворота открываются, и, значит, под гимны, прославляющие императора, валя боком на территорию вот этой стеклянной башни, влетает розовая ринка. Ну, она не роза, скорее, цвета фукси. Ну да, но тем не менее, короче, влетает... Терракотовая Рина. Влетает эта флекс-ринка, короче, заезжает, останавливается, и из нее, значит, под хор херувимчиков и детских голосов, и детских... Под хоралы. Помощь, под хоралы, да. Вот, с хоругвями выходит наш дорогой Кула, прист.
такой, Дэдди Кул. Да-да-да. Вот, и, значит, он выходит, у него, значит, этот двуручный цепной меч его, значит, это тащит, значит, за собой. Вот, подходит к Шербену и говорит, здравствуй, дочь императора, как дела? Она такая, типа, говорит, да спасибо, вам что тут надо-то, мистер Попик? Он такой говорит, да. Он говорит, а я тут здесь, чтобы допросить предателя. Говорит, да, тут вас Миколку должны были к вам привезти. Говорит, я вот хочу очень сильно ее вот с ней пообщаться, короче. Говорит, я допрос проведу, говорит, со всем пристрастием. Вы, говорит, не подумайте. Ну и Дженна ему говорит, вы, говорит, это, слюни-то соберите, говорит, в первую очередь. Говорит, вообще-то допрос пленных, это наша работа. Это как бы мы тут арбитрат, как бы, а вы идете нахер, как бы, идите, блядь, проповеди читайте, чего тут третесь. Вот, а Кула, значит, подходит к ней близко, ну, благо она в шлеме, короче, поэтому он в лицо ее не плюет, но тем не менее он такой, меня наделил полномочиями император, девочка, кто ты такая, чтобы спорить со мной? Вот, а Дженна, короче, то ли она не позавтракала, то ли настроения не было, короче, она решила с Кулой не спорить, такая, ой, иди, говорит, нахуй, пытай кого хочешь, мне вообще до фонаря, говорит, только давай это, поаккуратнее, он такой, ну, естественно, и торжественно убежал. Вот, и началась здесь вторая проблема, потому что Кула, помимо пыток Миколы, и ну, как бы, вообще допрос, конечно, но по факту он просто им ебало бьет, как бы, с ноги, и все. Как-то неизящно. Вот, и фишка-то в том, что, чтобы она не сдохла раньше времени, а он удовлетворил свою кровожадность, как бы, и веру в императора, он пытает, блядь, всех вообще. Прям всех. Зиночка, принесите мне кофе. Он этих тау, блядь, он их и мечом потрошит, короче. Он их и скальпами, блядь, режет. Он и кишки их себе, блядь, на шею наматывает. В общем, пиздец у чувака просто. Ну и все это с молитвами, конечно. Соответственно, как-то это... Вы не понимаете, это другое. А самая проблема в том, что он начал мотивировать других арбитров тоже проявлять вот эту неуместную жестокость. А те начинали проникаться его словами, и вот уже Дженна думает на самом деле, что они начали уже больше к Куле прислушиваться, нежели чем к ней. Так вы что, в эту как-то полицейскую академию, что ли, насмотрелись? Ну да. И, а она, между прочим, все еще старший офицер, как бы, и как-то ей вот немножко от этой ситуации не очень хорошо. В итоге она такая думает, надо пойти, короче, к Куле, обсудить, что за хуйня происходит. Перетереть. Да, в итоге она идет, короче, вот в эту пыточную, которую ему выделили, скажем так, подходит, а там на входе, значит, на страже стоят два арбитра, которые нам уже, в принципе, знакомы. Это Дион арбитр и арбитр Аполлония, с которыми она вот как раз-таки тренировалась, это лучшие ее ученики. Они, значит, с дробовичками стоят, с дубиночками. Она подходит такая, и Диону говорит, давай, говорит, открывай. А Дион такой говорит, ну, знаете, говорит, тут дело-то такое, прилад Кула не любит, когда его беспокоят во время допроса предателей. Дженна ему в визор смотрит, говорит, да мне, говорит, насрать, что там Куле нравится, говорит, а что нет. Ты открывай, говорит, это все еще моя тюрьма, говорит, а ты, между прочим, все еще мой подчиненный, говорит, поэтому давай-ка ты, нахуй, бесить меня не будешь. Тот, значит, поворачивается на Полонию, смотрит на нее, а она берет его за шлем, разворачивает к себе и такая, ты не на нее смотри, ты на меня смотри. Я, блядь, твой старший офицер, говорит, дверь открой мне, мальчик, мы домой летим. Он такой, говорит, да ладно, говорит, что вы заявились-то? Открывает дверь, значит, Дженна туда заходит, вот, и предстает ей зрелище не самое приятное, скажем так, потому что комната пустая, стоит столик с какими-то пыточными инструментами, кресло, к которому привязана женщина. Ее достаточно сложно сейчас определить как женщину, потому что у нее ебало просто в щи разбито. Ну, типа, блядь, как будто, знаешь... Я думал, у нее сиськи отрезал. Ну, нет, как бы, она там в рваной какой-то одежде, вся в крови, короче, в дерьме, в моче, и у нее не лицо, а просто фарш. Ну, понятно. Вот, и... Как пчелу покусали. Да-да-да, а Кула такой, типа, а, говорит, сколько тут мерзких тау? Сколько тут мерзких тау? Много тут мерзких тау? Короче, и продолжает ей кулак в ебало вколачивать. Ну, не знаю, может, у него с женой какие-то проблемы. Вот, и тут, значит, дверь открывается, заходит Дженна, и вот это просто стейк, блядь, поворачивает к ней голову, и только по глазам Дженна смогла узнать, что это Микола Шинай. А, и... то есть, там у нее глаза не заплывшие от синяков. Ну, да-да-да, вот, и она такая, типа, помогите мне! И Кула такой, это неправильный ответ! И продолжает ее вколачивать, короче. Вот, поворачивается он такой, о, говорит, Шербен, говорит, господа Казбаша, Шербен, говорит, а что это? Чего вы меня отвлекаете, говорит, от работы? Видите, я тут занят. Я и не знал, что у Валентина стрекала гастроли. Да-да-да, стоит, короче, взял такую тряпочку, какую-то руки себе протирает от крови.
Вот, и Дженна такая говорит, слушайте, говорит, что за занятость, говорит, что это за работа, которая требует таких издевательств над людьми, говорит. Кул руки вытер, такой, тряпочку положил, говорит, это, говорит, дорогая, называется служба императору. Она такая, что ты, говорит, я не уверена, что император хочет именно вот этой хуйни. Она так, и Кула говорит, ну, во-первых, говорит, ты при мне, пожалуйста, не богохульствуй, говорит. А во-вторых, тебе-то, блядь, откуда знать, что император хочет? Кто из нас тут прилад, ты или я, что ли? Это я, блядь, с императором по космическим смс общаюсь, а не ты. А ты, говорит, может, я и сочувствуешь? И глазки у него загорелись, недобро так. Джина говорит, я этой, говорит, хуйне? Не, говорит, вы что, она ж, типа, предательница, все дела, говорит, я ей не сочувствую, просто... Говорит, ну как-то это не по-божески, что ли. Он такой говорит, ну так если вы ей не сочувствуете, вам какая разница, что я делаю с этой коллаборационисткой, говорит, с предательницей, с мерзкой ксенолюбкой. Она ему говорит, да я ничего, блядь, не хочу, говорит, я просто хочу, что ты, говорит, от нее узнать-то хочешь? Вот, говорит, ну вот что она тебе расскажет? То, что Тао там ей, блядь, в уши напели, как у них классно в их империи живется, говорит, так она наверняка тебе это уже рассказала. Вот, и Кула такой говорит, ну, сообщники ксеносов, они очень хитры. Лишь очищение болью, скажем так, поможет им, и они выдадут нам все, что знают. Она говорит, ну окей, говорит, ну ты же с ним, блядь, ты на него посмотри, говорит, ты с ней обходишься хуже, чем с пленными Тао. Он говорит, Тао, говорит, а что с Тао-то взять? Они же животные, говорит. Грязные варвары, поганые ксеносы, говорит. Я до сих пор не понимаю, говорит, где они летающие тарелки спиздили, чтобы по космосу путешествовать. Я думал, они говно сидят в канаве и едят. Говорит, они вот здесь, оказывается. Не, говорит. Это он, видимо, устаревшую энциклопедию читал. Да, говорит, так что, говорит, с них-то, говорит, спросу нет. Я их пытаюсь, скажем так, из любви к искусству. А-а-а. Не более, говорит, того. Я просто, типа, возношу им должное то, что император завещал, говорит. А это-то, говорит, гораздо хуже. Ее-то, говорит, надо вот прям разваливать, короче, и все такое. Тут, в принципе, Дженна понимает, к чему он клонит. Она такая говорит, то есть ты считаешь ее предательницей? Кула говорит, ну, естественно. И ты даже не считаешь ее за человека, что ли? Он такой, какой человек, говорит, ты что, посмотри, говорит, да я с ней так поработал, говорит, что, не, говорит, хуйня, это все залупа. Вот, она такая говорит, но вы же не можете вытворять с ней такое. Тут Кула такой, а что это, говорит, как это я не могу, говорит, я очень даже, говорит, могу. Выбирай выражение, говорит, арбитр, потому что моя армия верных не потерпит инакомыслия в своих рядах. Они знают, как выполнять необходимую работу. Угу. Джина такая, типа, твоя армия? Да ты охуел, говорит, это вообще-то мои арбитры. Так-то на секунду. Так-то на минуточку, ну, да, смотри, говорит. Дукали стоит, лыбится. Да-да-да. И говорит, когда последний раз я проверял, я все еще была их начальником. Вот, и Кула на нее смотрит, улыбается, такой говорит, ну, говорит, детка, рассердишь меня еще раз, и вот тогда и узнаешь, правда, говорит, это или нет. Ох уж это духовенство. Такие вот они, да. На этом заканчивается у нас сцена. Мы с вами переносимся в прекрасный Альцетин. Тот самый город с мостами, красивый, значит. И здесь нам дают небольшую экспозицию. Во-первых, за оборону здесь отвечают двое парней, а именно это капитан Гербер. Угу. Капитан Гербер, который руководит здесь частью лаврентийских полков, которые были здесь расквартированы. И также здесь у нас рулит обороной полковник Лоик. Чем полковник Лоик вообще примечателен? Тем, что он вообще-то не военный. О, как. Вот. В общем, когда началась вот эта чистка на Павонисе, и когда всех, кто там с злобными предателями, короче, тусил в прошлой книге, их там всех либо под нож пустили, либо уволили, там, либо, ну, и все такое прочее, набрали новое СПО, а командовать что-то, блядь, как бы, что-то почему-то некому. Как-то так вот случилось. А вот так вот. Ну, потому что большая часть офицеров, как бы, она была лояльна Девалтасу. Угу. Их, естественно, всех в шоу-то со службы поперли. В общем, репу почесали и подумали, и нашли, блядь, чувака из отдела логистики. Вот этот тот самый Лоик, до того, как он стал полковником, он занимался тем, что он оснащал армию. Угу. Именно силы СПО. И администратум, как бы рассмотрев его кандидатуру, поняли, что лучше, в принципе, варианта не найдут. Потому что Лоик, он, во-первых, больше был по духу, наверное, сторонник администратума. Администратума, и, в принципе, он был такой веселый, блядь, клерк. Так. Клерк наивысочайшего уровня, очень матерый профессионал, который, блядь, логистику знал на 5 с плюсом, короче, всем там мог все, что угодно подпоставить. Как помнишь, когда с тиранидами сражались у нас ультрамарины, там у них был, короче, тоже чувак, который за логистику отвечал. Вот такой же парень. И фишка в том, что даже не будучи военным, но работая в этой структуре, он изучил военное ремесло, блядь, ну практически
все, что только можно было изучить, потому что он занимался логистикой. Он знал, какие существуют части, он знал, сколько в них солдат, он знал, какие они задачи выполняют и прочее, прочее. И администратору ему сказали: ну, блин, поздравляем, теперь ты полковник, иди командуй солдатами. Угу. Вот, и да, они проводили учения, тренировались и прочее, прочее. Солдаты, в принципе, сплошники к нему относились лояльно, потому что мужик, он был хороший, откровенно говоря, но в бою ему еще участвовать не приходилось. Поэтому он, конечно, немножечко был в ахуе. В итоге мы видим на Альцетин, как там строят укрепления. Сейчас задача их очень простая. Есть три больших моста. Угу. Мост Императора и два названия которых я не запомнил. Ну, мост Императора — это как улица Ленина. Да, вот, мост Императора самый большой и красивый, остальные чуть менее большие и красивые, поэтому названия их нам не важны. Вот, и встречается он с гвардейцами, с лаврентийцами, и там как раз-таки видит вот этого того самого Гербера, капитана. Вот, и он говорит: ну что, говорит, Кэп, а, говорит, сейчас, говорит, скоро, говорит, грязные тавы у себя придут, мы им навтыкаем, говорит, конечно, ох, навтыкаем. Герберт такой говорит: слушай, говорит, полковник, говорит, при всем моем уважении, ты же раньше в войне не участвовал, говорит, да? Я, говорит, вот спрожженный космический волк, говорит. Я с того, говорит, уже повоевал, поверь мне, это будет не так просто, и, скорее всего, нас выебут и высушат. Он такой: да как, говорит, у нас и танки, и артиллерия, и солдаты, говорит, и смотри, что у нас есть. А там, типа, если ехать... Ну вот со стороны наступления Тау пересекаешь мост Императора, и он заканчивается двумя гигантскими бастионами. Бастионы были эти 600 метров в высоту и 600 метров в ширину. Такие, блядь, квадраты с бойницами просто стояли, гигантские. Вот, и говорит: да все нормально будет, что такое, что за пораженческие мысли такие? Он такой: да какие, блядь, пораженческие мысли? Просто Тау нас, блядь, закидают снарядами, ракетами, говорит, при том прилетят их батлсьюты, говорит, допинают то, что осталось, а потом круто все это сожрут и высрут. Говорит, вот примерно вот такая война нас ожидает. Говорит, конечно, мы будем сражаться, говорит, кайфанем по полной. За императора-то, говорит, двор пострелять. Вот, говорит, но не надо, говорит, недооценивать Тау, потому что они очень хорошо скоординированы там и т.д. и т.п. Так что, говорит, остается только молиться, чтобы мы продержались как можно дольше. И тут Лоик поворачивает голову и такой: о, Гербер, говорит, кажется, твои молитвы услышаны. Тот тоже смотрит, а на мост въезжает техника Adeptus Astartes. Бирюзовенькая такая, ну, смотри, голубенькая, ультрамаринового цвета. Подъезжают, короче, ринки, значит, эти предаторы, артиллерийские эти машинки. Вот, и из командной ринки выходит Уэнтрис, подходит, чеканя шаг к нашим офицерам и говорит: господа, четвертая рота готова к обороне. И все такие: ва, как круто! Это же Уэнтрис приехал! Вот, и буквально у них времени была ночь на самом деле, потому что все это дело происходило вечером. В итоге там они распределили людей, расставили по боевым постам. Естественно, Вентрис, как бы, как обычно, со своими тремя отделениями по центру обороны, мост Императора, значит, защищает. А на следующее утро уже началась атака Тау. Атака Тау, yeah. Так, но они решили не задерживаться. Да, но Тау совершили небольшую ошибку. Они решили, как в случае с Брэндонскими вратами, взять снахрапа. Вот. Но наши ребята в Империуме тоже не дураки, поэтому хорошенечко подготовились. А именно, сначала был авианалет. И примерно 80 миллионов гидр отстреляло 10 миллиардов магазинов. И, блядь, за пару минут они небо очистили полностью. И Тау такие: блядь, улетели обратно. Потом Тау такие: ну тогда по земле попробуем прорваться. Начинает идти колонна, и тут командир Василисков такой: ага. Начинают стрелять Василиски. В общем, они сначала за несколько минут сбили несколько сотен самолетов, а потом за несколько минут раскрошили примерно 80 танков Тау. И Тау такие: да блять, отступили. И начали снова идти в атаку, но уже более аккуратно, там через вороночки, значит, перекатами, перебежками и прочее, прочее. И началось сражение. Как бы плюс еще с флангов начали нападать круты, плюс еще с неба начали, значит, пикировать эти веспиды. Веспиды, которым еще помогали стрелковые дроны. Так. Вот, и сражение уже закипело, скажем так, в полную силу, началась мега-крутая война. Уриль, конечно, проявлял там просто вершины героизма, он такой типа: за Павони, за Императора, все такие: уа-а-а! Вот, и здесь нам как бы объясняют немножко концепцию того, что тебе дает Space Marine в битве. Space Marine в битве это не просто... только ценный мех. Да, это не только генно-модифицированный мужик с гигантским болтером, но он еще и символ. Плюс один кредаку раздает. Ну, не, типа того, на самом деле, потому что, когда простые гвардейцы видят, как в их рядах сражаются
храбрые ангелы смерти императора, они как бы тоже начинают сражаться активнее. Ну, типа, они такие, что это, блядь, он крутой, а я что, лох, что ли? Не посрамим, блядь! Птю-птю-птю! Вот, завязывается сражение. Во время этой битвы, как бы, Лоик тусит рядом с Уриэлем, потому что, ну, все-таки им там нужно обмениваться данными и прочим-прочим. И здесь Лоик показывает себя, во-первых, как хороший тактик, потому что он предугадывает атаку Веспидов, он предугадывает, короче, какие-то там моменты. И Уриэль прям проникается к нему уважухой, что, типа, чел ты головастый на самом деле. Не просто какой-то клерк канцелярский. А во второй момент он проникается к нему уважением, потому что на них там нападают Тау, фаерворьеры, начинается сражение там в ХТХ, можно сказать. И Уриэль-то понятно, блядь, он что, меч свой достал, как давай всех направо и налево крошить, как бы ему нормально. Тут он голову поворачивает и видит, что Лоик тоже, блядь, не пальцем деланный. Короче, у него лаз-пистолет в одной руке, пауэр-шашка в другой руке, и он просто, блядь, вот так вот крутится среди этих фаерворьеров и рубит их направо и налево. И Уриэль такой, он, блядь, по книжкам это все научился делать, что ли, нихуя себе. Вот, в итоге, да, там они отражают очередную атаку, потом, значит, на них нападают батл-сьюты. В количестве там тоже каким-то, да, запредельным, знаешь, как будто вся империя Тау сюда прилетела потусить. Когда на них нападают батлсьюты, ультрамарины начинают немножечко отступать, и, конечно же, тут их поддерживают такие прекрасные джентльмены, как дредноуты. У них еще есть два дредноута. Два ветерана, которые тоже вступают в битву, и тут нам, конечно же, рассказывают, что дредноут, блять, это вам не какой-то там этот, это ого-гошечки, ого. Вот, потому что пулечки Тау не могут пробить их броню, они идут, блядь, как веселые гигантские шкафы, и там просто пули чирикают по их броне, ракеты пробить их не могут. Они вводят смятение и ужас в рядах врагов, потому что, типа, палят из лаз-пушек, стреляют ракетками и... ручками всех жамкают и кушают, да. В это время мы снова с вами переносимся в несколько другое место, а именно снова возвращаемся к Лиарху. Так. Мы видим дорогу. Они находятся уже относительно недалеко, скажем так, от этого городка, в который они шли. Там идет такое шоссе большое, красивое. И вдоль этого шоссе в небольшой канаве залегли наши скауты. Все, значит, в плащи замотались, блядь, только носики торчат. Вот. И мимо них идет колонна танков. Вот эти там, эти, значит, эти рыбы-молоты, короче, вот эти девалфиши, вот это вот все, короче, проезжает мимо них, достаточно крупный контингент. Значит, проехал, Лиарх такой говорит, ну, погнали, погнали, короче, а сержант ему, скаут, говорит, лежи, блядь, дурак. Он такой, да что лежит, говорит, надо идти. Он такой, лежи, говорит, надо удостовериться, что вторая колонна не пойдет. То сейчас, блядь, выйдем на дорогу, а там танки стоят. Я же такой, да, блядь, да не поедет никто, и мимо танки начинают проезжать, он такой, да, блядь! Вот, в итоге проходит у нас вторая колонна танков, значит, танчики уехали, колонны эти обе ушли, а Лиар говорит, слушай, говорит, а судя по направлению, куда поехали эти танки? Он такой, ну, судя, говорит, по направлению, и судя по тому, что я знаю в военном деле, говорит, а знаю я дохуя, говорит, я же все-таки тоже сержант, вот, они хотят фланганнуть Альцетин. И Лиарх такой говорит, так надо, может, наверное, как-то это... Да не, говорит, давай хотя бы это Вентрису, то, говорит, позвоним. Вот, а сержант говорит, кодекс Астартес, говорит, вообще-то запрещает любые вокс-переговоры во время диверсионных операций. Вот, и Лиарх ему говорит, да, блядь, говорит, я больше всех это знаю, говорит, но если эти войска ударят, говорит, во фланг нашим силам, будет очень плохо. Ну и сержант и сам ему говорит, ладно, говорит, я, в принципе, сказал, что думал, хочешь, говорит, звонить Уриэлю, звони. Вот, и Лиарх такой, ага. Соедините с Вентрисом, пожалуйста. Ну вот, и передает, скажем так, ему сигнал. Было бы очень неловко, если бы у Вентриса, знаешь, был этот модифицированный звонок. Ну, типа, за место гудков, который... Он же жутко громкий постоянно. Да, у них играло бы, суп наварили, да-да-да. Ну, конечно, как вы думали. Вот, в это время мы с вами снова переносимся обратно на Альцетин, где сейчас идет оборона, и в итоге происходит следующая картина, что Тау все равно давят, и все равно до хрена, спейсмаринчики потихоньку отходят назад, и один из батлсьютов, самый камикадзе и отбитый, короче, прорывает наконец-то линию обороны, раскидывает там редуты, блядь, мешки с песком и с прочее, начинает творить какую-то адскую дичь, но вовремя подскочивших со льдухи дредноут, короче, своим кулачиш, наматывает его, блядь, на свой кулак, вот, и как мороженку стоит, хавает, вот, а гвардейщики бросаются, заделывают, типа, эту брешь в обороне, и, наконец-то, Тау такие, что-то, говорит, пацаны, ладно, обед, и начинают отводить свои силы, короче, стоит Лоик весь, блядь, в дерьме, в крови, короче, своей шашкой светящейся, с лаз-пистолетом, блядь, уже гнутым, он такой, типа, клянусь императором, мы сделали это! И Вентрис такой говорит, такие, обожаю, говорит, молоденький, говорит, вот таких вот, говорит, командирчиков, говорит, так кайфует от каждой победы, говорит, ох, мне бы так.
Ну, победа, да. Опять победа во имя Империума. Да-да-да. Вот. Ну и в итоге Лоик подходит к Куриэлю, говорит, слушай, говорит, ну, они же скоро вернутся, да? Куриэль такой говорит, нет, блядь, домой ведут. Говорит, конечно, вернутся, что за вопросики? Наигрались. Пошли воды попить, их загнали. Он говорит, конечно, я вернутся. И Лоик такой говорит, блядь, тогда дел надо много, короче. Я, говорит, сейчас распоряжусь, чтобы нам это припасы привезли, там снаряды, патроны, говорит, вкусняшки, говорит, водички солдатикам. Вот, и Юрий говорит, не-не-не, говорит, ты что, говорит, это слишком много времени займет. Давай-ка ты, говорит, лучше обороной займешься. Он говорит, да не займет это много времени. Говорит, я ж не дурак, я ж полковник Лоик, между прочим. А он, короче, что придумал? Идея-то на самом деле говно, но другой у него не было. Он всю логистику на поле боя притащил. Ну, то есть там, блядь, стоит чувак с лазганом, стреляет, а рядом чувак кашу варит. То есть он подтянул все вот эти вспомогательные части максимально близко к битве. И, как он сам сказал, что все вот эти поставки провианта и прочее-прочее займут не больше 5 минут. Ну, типа, чтобы отряды выдвинулись. Вот, и Уриэль такой, типа, говорит, я недооценил вас, полковник Лоик, и должен принести свои извинения за это. И Лоик такой, да ладно, что-то нормально все. Говорит, а как вы думаете, говорит, они вот в следующий раз как будут атаковать? Вентрис такой, говорит, в смысле? Он такой, ну, мне, говорит, Герберт, капитан, говорит, сказал, что Тау не совершают ошибок. Вентрис такой, говорит, ну, он, говорит, конечно, немножко приврал. Тау, говорит, ошибаются, но никогда не ошибаются дважды. Поэтому следующая их атака будет более осторожной, судя по всему. Вот, в это время мы видим следующую с вами картину, как Дженна Шербен, идя по коридорам своей тюрьмы, ну или уже не своей тюрьмы, скоро мы об этом узнаем, видит следующую картину. Распахивается дверь камеры, и оттуда двое, значит, арбитров, ну, в своем вот этом вот облачении, тащат под локти женщину, которую он узнает как Миколу. Подходит, короче, смотрит, как они проносят ее мимо, и видит, что они, видит она, что Микола... Все. Кончилось. Кончилось. Мертва. Страдала, ее пиздили. Вот, и все, померла она. И Дженна такая говорит, ну все, пиздец, говорит, это была последняя капля. Короче, у нее глаза загораются, она залетает опять, короче, в эту пыточную кулу и говорит, вы, говорит, что вообще, говорит, охуели здесь все? Вы что, говорит, творите, черти? А там еще парочка арбитров стоит, ну, типа вот этот Дион и Аполлония. Причем Дион и Аполлония, короче, они уже настолько, блядь, прониклись этим кулой, что они сняли арбитровскую броню, на них, короче, красные мантии мини-сторма, и они, типа, помощники кулы в пыточной, они там ему инструмент всякий подают, короче, сверла, блядь, эти... Видимо, он был крайне убедительный. Да-да-да-да-да. Говорит, вы что, говорит, вообще черти ошалели, говорит, что, говорит, все, шина, и, говорит, померла, что ли? Кула, говорит, конечно. И варп навсегда поглотит ее грязную душонку. Возрадуйся, судья Шербен, ибо в Империуме стала одним еретиком меньше. Теперь, говорит, нам жить будет немножечко безопаснее. И Дженна такая, да, говорит, безопаснее? То есть ты все-таки от нее что-то узнал, да? Может, она тебе выдала какую-то ценную тактическую информацию? Кула такой говорит, да нет. Она, говорит, нихуя не знала, говорит, кроме того, что она нам рассказала о самом начале пыток, говорит. А дальше, говорит, просто я, говорит, наказывал ее за предательство. Все ж просто. Говорит, ты что, говорит, опять против, что ли? Дженна говорит, да я, говорит, не против, она заслуживала смерть. И мы все, говорит, на этом сошлись, но она заслуживала суда. Говорит, Империум, говорит, мы же, блядь, не мясники, мы должны были собрать суд, вынести ей приговор и казнить ее согласно правилам, типа, проведения казни. А не тот, говорит, трэш, который ты здесь устроил. Вот, и Кула говорит, ну я ж тебе, говорит, уже Шербен говорил, что Император наделил меня властью. Вот, говорит, пожалуйста, есть ли власть выше? Тут Дженна такая что-то, короче, затупила, не смогла ничего ответить и ушла. Так. В итоге она идет, и так ей погано на душе. Ну, потому что, во-первых, Кула пидор. Так. Во-вторых, потому что он устроил вот эту всю дичь кровавую. А в-третьих, потому что она ему все это позволила. Она идет, и в голову ей приходит очень простая мысль. Кула ей сказал, что Император, типа, наделил его властью. И выше его власти ничего нет. Но тут Шербен вспоминает, что она все-таки, блядь, арбитр. И такая... Кула заявляет, что работает по распоряжению верховной власти. Но ведь я-то, блядь, тоже. Так-то. На минуточку. Арбитры, как бы, это, блядь, тебе не просто веселые полицаи. Поэтому он разворачивается на полпути обратно, идет, снимает шоковую дубинку с пояса и снова заходит к нему в кабинет. Заходит снова к нему в кабинет, а он там занят тем, что, блядь, что-то типа Тау там ртами к жопе пришивает друг другу. Вот, и она, значит, заходит, у нее дубинка в руке, он такой, а... Если, говорит, ты пришла за тем, чтобы помочь порушить гнев императора на этих жалких скотов, то тебе, говорит, здесь не место, женщина, я сам справлюсь, уходи. Она, ну и Дженна такая, говорит, я здесь, чтобы остановить тебя, прилад Кула. Такой, чего? Остановить меня? Зачем? Кого? Ты, говорит, считаешь, что эти проклятые Тау достойны милосердия?
Она говорит, нет, я так не считаю. Однако вы нарушили закон Империума тем, что сделали с Миколой Шинай. И я здесь, чтобы свершить правосудие над вами. Ну и Кула такой, это я правосудие, пошла нахуй. Дженна говорит, ладно, говорит, окей, Дион, Аполлония, говорит, будьте любезны, отойдите от прилата Кулы. А те не отходят. Она такая, так, ребятушки, я, говорит, вам приказ отдала, отойдите от прилата Кулы. И Дион такой, достает свой дробовичок и стоит. И Аполлония такая, берет свою тоже дубиночку шелковую и стоит. Вот, Акула смотрит на Дженну и такой, я ж тебе говорил, что теперь здесь командую я. Ну и Дженна такая говорит, ага. Чик, активирует электрозаряд своей дубинки и как даст ему по ебалу. Короче, проповедник падает немножко в ахуе. То есть он еще в падении такой, что? Падает на землю и пытается встать. И Дженна такая думает, блядь, крепкий мужик с одного удара не отъехал. Говорит, ну это не беда. И пока он лежит, она еще пару раз ему дубьет, на башку опускает. И он спать лег, короче. Все, перестал вроде как бы дергаться. Вот, тут сбоку она чувствует удар. В нее просто разбегается и плечом ее бортует Дион. Она отлетает в сторону, такая, ты че, говорит, какого хрен ты делаешь? Я ж твой, блядь, командир. Он все равно на нее бросается. В итоге она извиняется перед ним, но тоже разбивает ему ебало дубинкой. Тяжелые времена требуют отчаянных мер. Вот, тоже разбивает ему ебало дубинкой, соответственно. Он, значит, на нее падает, она что-то из него пытается вылезти и понять, что там Аполлония делает-то, потому что вроде что-то она не предпринимает никаких действий. И тут она слышит звук бии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 ii Кула что, так быстро отдыбал от удара, что ли, поворачивает голову, видит, как на нее идет Аполлония, а потом... И Аполлония вот уже две. Распадается Аполлония на две половинки, из нее там хлещет фонтанами кровь, а позади нее стоит пленная Тао, та самая женщина-офицер, которую поймали в самом начале. У нее в руках этот двуручный меч. Он ей, ну, конечно же, для нее он очень тяжелый, но она такая, типа, продолжает, короче, пилить эту Аполлонию, блядь, кровь, кости летят в разные стороны. И поворачивается на Дженну, соответственно, начинает идти от нее. Та такая, да ну нахуй, прыгает от нее за хирургический стол. И они начинают вокруг вот так вот ходить. И она такая, это, говорит, синеморда, говорит, ты успокойся, все кончено, говорит, положи оружие, тебе все равно отсюда не выбраться, ты же, блядь, одна. А нас тут хреново туча силовиков, говорит, не, давай, говорит, завязывай. Вот, но на самом деле Латиен... Вот эта Тао-пленница, она-то и не собиралась Дженну потрошить, потому что как только она задела нужную ей позицию, она прыгнула назад и перепилила замок на одной из камер. Камера открывается, оттуда выходит несколько охуевших Тао. Джен такая, блядь, вот об этом я чуть не подумала. А Тао уже к другой двери. В итоге она освобождает 15 Тао. Те хватают, короче, какие-то, блядь, скальпели, палки, ножи, короче, дробовик вот этого чувака. И в том числе также Латиен освобождает Йентова, как его, Аунрая, того эфирного, которого они захватили. Вот, и Джен такая говорит, ну, будем тогда решать проблему по-другому. И как ебануло бежать. Выбегает на, короче, из этой камеры, бежит по коридору и на поясе нажимает на кнопочку тревожную. И по всей крепости начинает, короче, красные лампочки и тревога звучать. Ну и все, Дженна, значит, бежит. Та вот эта девочка хочет кинуться за ним, но Аунрай говорит ей, что типа это... Ты не беги, ты ее прости. Такая, в смысле? Она такая, он такой говорит, да нет, конечно, я шучу. Принеси, говорит, мне палки мои. Ты такая, ладно, окей. Пошла, короче, в камеру, принесла ему его жезлы. Он берет, а там и на нем кнопки. И жезлы эти начинают мигать. Вот, начинают мигать, и это он вызвал корабль, чтобы их забрали отсюда. А-а-а, Эвана как? Говорит, все, говорит, ребята, говорит, хватайте оружие, баррикадируемся, помощь уже в пути. Вот, в это время мы с вами наблюдаем следующую картину, как наш уже старый, наш знакомый капитан Мендрик, тот самый, который из базуки-то стрелял. Вот, они сейчас, он сейчас вместе со своим отделением из танковой роты и полковника Уинтернборна пробираются через горный перевал. Практически как этот, как Ганнибал свои войска вел. Вот, здесь нам говорят, что сообщение, которое отправил Лиарх о готовящемся фланговой атаке, оно достигло действительно цели, и Уинтерборн сейчас он выехал с Брэндонских врат для того, чтобы перехватить вот эти, короче,
танковое отделение Тау, которые стремятся в ту же сторону. Но так как все-таки у нас танки по горам ездят не очень быстро, вперед отправили разведывательные как раз-таки вот эти роты, в том числе и псов Мендры, как их здесь называют. Вот, и они вступают в бой с Тау в итоге, там начинается у них катавасия, перестрелка и прочее-прочее, но была еще и небольшая проблема. Помимо танков Тау, которые там прибыли, и частей, которые их сопровождали, там же тусили с ними и круты. Угу. Которые начали там из засад всяко разно нападать на гвардейцев и головы немножечко откусывать. Но тем не менее, проявляя чудеса героизма, наш товарищ капитан Мендрек все это дело отстоял, пережил. В общем, Тау они удержали до того времени, когда приехал уже отец Время. Едет, значит, гигантский Бенблейд по горам. Вот, а Тау поняли, что ну все, пиздец, как бы ловить здесь больше нечего, и умерли все. Вот, и Уинтернвор их там всех раскидал, короче, подъехал и говорит, ну чё, говорит, это, капитан, говорит, Мендрек, ты чертовски хорошо справился со своей задачей, говорит, удержал их, пока я на своей колымаге, ты, говорит, не поехал, говорит, ух, красавчик. Вот, говорит, теперь, говорит, бери свои людей, иди, говорит, назад, там отдохнете, перекусите, придете в себя в порядок. И Мендрек такой, нет, говорит, сэр, псы не покидают бой, коль скоро он начался. И он такой, ну, а как хочешь, ну, как хочешь, говорит, ты обратно в танк залез. Вот, в это время мы наблюдаем следующую картину. Дженна собрала людей. В тюрьме в этой, короче, ну, объявили сигнал тревоги, она собрала два отделения своих арбитров, и они уже вооруженные, блядь, до зубов, бегут для того, чтобы снова этих Тау, короче, запереть обратно по камерам. А то что, блядь, они по всей тюрьме разбежались, собаки синемордые. Вот, в итоге они выясняют, что Тау заперлись в одном из административных помещений, прибегают, короче, туда, занимают позицию, там все так текуйно, как спецназ, короче, выстраиваются возле двери, короче, один там взрывчатку, такой пип-пип-пип, короче, дверь это выстреливает, значит, вышибают дверь. Арбитры туда, короче, такие хоп-хоп-хоп-хоп, забегают с дробовичками, выцеливают их везде. И в это время произошла одна небольшая неприятность. Как? Да, перед ними вот эти пленные Тау, их там полтора десятка тоже примерно. Они вооружены чем попало, и арбитры бы, в принципе, с ними справились, если бы не одно «но». В это время с небес опускается транспортный самолетик Тау. И как в «Матрице» поворачивается к ним в окно фонариком, и под ним пушка такая... начинает раскручиваться. И Джен такая, ложись! Начинает, короче, стрелять этот пулемет, вышибает, короче, эти стекла бронированные нахрен. Снаряды летят, конечно, очень аккуратно обтекая Тау, которые тоже, как бы, не будь дураки, попадали на землю. И Дженна резко дергается в сторону, она слышит чавкающие звуки, когда пули пробивают ее арбитров, короче, на нее там со всех сторон, короче, брызги крови летят. Она, короче, ползет по земле, такая, да ну нахуй! Вот, и тут ей какая-то шрапнелина в плечо, такая, тьф! Она такая, ай, блядь! На одной руке уже такая ползет, и тут ей какая-то фигня металлическая в ногу, такая, тьф! Она такая, да ёб твою мать! Все, не могу больше, устала, лежу. В общем, заканчивается стрельба, она рискует, приподнимает голову, смотрит по сторонам, два отделения арбитров покрошили в капустоньку. Вот, а транспортник разворачивается жопочкой, опускается рампа, и Тау начинают подниматься на борт. Вот, а у нее, короче, уже взгляд мутнеет, она, короче, берет руку, запихивает себе в рану, шрапнули, она такая, вняр! Хуйня! Лежит такая, говорит, что-то мне нехорошо, на ногу, посмотри, что с ногой-то у меня? Смотрит, а там пизда, короче, на самом деле, потому что там гигантская рана, через пол ляхи у нее проходит, там оторчат все артерии, такие, все, блядь, мы отказываемся работать, кровь везде хлещет. И она такая, о, говорит, жить мне осталось недолго. Но, говорит, я еще успею говна наворотить. Тянется к дробовику, потому что она видит, как сейчас на борт вот этого транспортника начинает подниматься Аунрай. Такая думает, сейчас я эту суку, говорит, хотя бы шлепну, говорит, а там уже хер бы с ним. Тянется к дробовику, тут какая-то чья-то синяя нога наступает на него, она такая... поднимает, а там эта девочка Тау такая на нее смотрит такая, и направляет на нее тоже дробовик. Ну тут сбоку подбегает Аунрай, говорит, а что это вы делаете? Она говорит, да я вот так, говорит, шлепнуть ее хотел. Он такой, не-не, говорит, это славная девка, говорит, ее не убивай. Ну вот, но они что-то на своем чирикают, Дженна такая не понимает, и в итоге Аунрай к ней поворачивается и говорит, добрый день. Одна здесь ты отдыхаешь. Да-да-да, она такая говорит, если хочешь убить меня, Ксенос, говорит, сделай это сейчас. Он такой, говорит, с чего ты взяла, что я тебя решил убивать? Говорит, я вообще-то пока в камере, говорит, сидел, я слышал, что сказал, говорит, тебе этот человек, который хотел подвергнуть меня страшным мучениям. И я слышал, что ты ему отвечала, говорит, я хочу, чтобы ты знала, мы не те, за кого он нас принял. Я хочу, чтобы ты знала, мы вам не враги. И она такая, да, говорит, у меня тут 20 арбитров, блядь, покрошенных из вашего пулемета, говорит, лежат, ты это им скажи, говорит, ты убиваешь моих людей, говорит, ты мне враг.
Он такой говорит, ну, это, говорит, достойно сожаления. Я же не хотел, чтобы ваши люди погибали. Говорит, ну, они бы не дали мне улететь. Логично. Вот. В итоге он говорит несколько слов на латиен. Та наклоняется, подхватывает Джену, закидывает себе на плечо. Джен такая, вы что делаете, черти, вы что творите? Вот, а он Рэй говорит, да нормально, говорит, все нормально. Мои целители тебя вылечат, и тогда я предложу тебе место в Таун-2. Грузятся, значит, в самолетик и улетают. Похитил невесту. Естественно. Короче, тут нам дальше рассказывают, что еще три дня ультрамарины, гвардии и СПО сдерживают наступление Тауна Альцетин. Угу. И тут возникает небольшая проблема на самом деле, потому что Клозель, капеллан, начинает спорить с Уриэлем на тему того, что он говорит, Уриэль, мы все-таки спейсмарины, мы не подготовлены для затяжной, говорит, войны. Наша задача-то какая? Пришел, увидел, дал пизды, ушел. А тут, говорит, процесс затягивается, говорит, и люди устали. Ну, не мы, говорит, конечно, простые, говорит, люди устали. И мы, говорит, не очень эффективно становимся, потому что, ну, сколько, блядь, ты там 100 тау убиваешь, так их, блядь, потом уже на завтра 200 приходит. Поэтому, говорит, давай-ка мы какой-нибудь план крутой провернем, а то, говорит, хуйня какая-то получается. Вот, Уриэль говорит, ну, есть, говорит, у меня на самом деле один план. Угу. Говорит, но местным, боюсь, он не понравится. Дальше мы видим, как на следующее утро Уриэль вместе с Клозеем встречаются с полковником Лоиком и, собственно говоря, этим Гербердом, капитаном Лаврентийским. Значит, они обсуждают насущную повестку, а именно все не очень хорошо на самом деле, потому что подкрепление Уинтерборна и подкрепление другой группы соединений, они прибудут сюда в лучшем случае через пару дней. И это проблема, потому что пару дней не продержится. Понятно. И есть еще одна небольшая проблема, как бы, точнее, как небольшая, есть еще более большая проблема, помимо отсутствия подкрепления, это механикус. Потому что Вентрис, блядь, позвонил фабрикатору и говорит, блядь, у вас там завод с патронами и пушками, насколько я помню, говорит, он такой, да, есть. Он такой, не могли бы вы мне привезти его? Он такой, да, конечно, все привезем. Вроде как бы договорились. Тот сказал, что через три дня привезут. Угу. Прошло три дня, нихуя, ничего не привезли. Не торопятся. Ну вот, точнее, там не фабрикатор, там был Магас Ваал. Так о чем Магас-то не, сам не заинтересован в том, чтобы защитить собственные фактории? В итоге Вентрис говорит, блядь, разберитесь с Магасом, что он патроны-то не везет. Лоик ему звонит, говорит, блядь, Магас, где патроны? А он такой говорит, знаете, мы не смогли их вовремя отгрузить, потому что не смогли вовремя прочитать все молитвы амнисии. Одно слово просто слишком долго растягивали в хорале. Да, в общем, они, блядь, там все переругались, причем свет стоит. Там Вентрис чуть ли не лично того Магаса отхуесосил, короче, и сказал, блядь, может, потом помолитесь, ребята, может, потом в два раза больше просто помолитесь. Я, говорит, уже не знаю, что делать. Вот, и, в общем, худо-бедно договорились со всеми. В итоге они разработали следующий план. Уриэль предложил взорвать мосты. О, как. Что, в принципе, блядь, логично. Ну, на самом деле, да. Типа, оборонять один мост будет гораздо проще, чем оборонять три моста. Угу. Естественно, местные такие, да вы что, да мосты, да это же наша главная фишка, точка притяжения, как говорит Варламов. Мы, говорит, ничего взрывать не будем. Вентрис говорит, хорошо, говорит, можете не взрывать мосты, и мы все здесь умрем. Те такие, а, ну вот если так рассуждать, то, наверное, давайте нахуй взорвем мосты. Правильное вот. Ребро вопроса решает. Да-да-да-да-да. В итоге, действительно, они договариваются, и два вот этих боковых моста, ну, типа, посередине мост Императора. Один из мостов они взорвали. Так. Заложили взрывчатку там, на кнопочку тыкнули, мост нахуй разлетелся в щи. Второй мост они заложили взрывчатку, все подготовили, нажали на кнопочку, а взрывчатка не взорвалась. Отсырило, что ли? Нет. Тау глушат, типа, сигналы дистанционного управления. Я думаю, блядь, почему нельзя было протянуть ему Бигфорда в шнур или тупо гвардейца с факелом туда отправить. Действительно. Но тем не менее, не смогли они взорвать, да плюс еще и времени уже на исправление ошибок не было, потому что Тау опять пошли в атаку, потому что понимают, что мост, блядь, хотят взорвать, нужно его как можно скорее захватить. И снова начинается сражение. В это время мы переносимся к нашему сержанту Лиарху, который съебывает от пираний. Бежит. Очень бежит на самом деле. Ну, в общем, фишка в чем? Они сигнал их действительно засекли. Туда прилетели несколько разведывательных пираний. И как давай, блядь, этих скаутов гонять по полюшку русскому. Вот. В итоге, все-таки с горем пополам погибает двое скаутов, но наши герои отбиваются, и Лиарх, так сказать, лично из болт-пистолета подбивает одну из пираний, и она такая ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. И взрывается. Ну, там типа падает на землю.
Вот, и собираются они все вместе. Лиара говорит: слушай, я не понимаю, почему за нами отправили только два отряда? Сержант ему второй говорит: ну потому что это были разведчики. Сейчас они не вернутся. Таус смекнул, что здесь какая-то более серьезная угроза, говорит, отправят больше. Вот, и говорит, миссия становится действительно какая-то ублюдская. Ну, говорит, она становится невыполнимая. Он говорит: ну, а что делать? Ты, говорит, надо в город идти. Он говорит: ну хорошо, мы придем в город, там, блядь, вышки, блокпосты, говорит, идентификационные коды, говорит, и прочее. Говорит, наши плащи могут обмануть глаза, но они не могут обмануть сигнальных дронов, например, которые по сигнатурам нас вычислят. И Лиарх такой говорит: если только у нас не будет нужных кодов. И сам говорит: ну, спойлер, говорит, хочешь, у нас не будет нужных кодов, говорит, потому что мы их, говорит, не знаем, но то они и секретные коды. Так. И Лиарх такой говорит: да. Подходит к одной из забитых пираний, там лежит мертвый Тау, он, значит, шлем-то с него снимает. Говорит, так это у нас пока нет кодов. И сам говорит: ну так, а как ты из них, короче, как ты, говорит, извлечешь коды? Говорит, ты же не знаешь, как это работают эти машины. И Лиарх такой говорит: ну это я пока не знаю. Достает свой десантный нож, открывает голову Тау. Там мозги. Он такой говорит... И начинает жрать его мозг. Вот, начинает жрать его мозг. В это время мы видим, как в тюремном лагере Кудалькар пьет зеленый чай с травами. Угу. Балдеет, там с медом, чего-то вкусненько. Только лежит в шезлонге, блять, кайфуха просто. Ну, говорит, вот, пока в империи как бы пленных Тау из шланга холодной водой поливает, этот вот сидит, балдеет, короче. Угу. Рядом с ним Аунрай. Так. Который уже вернулся из плена, переоделся, привел себя в порядок. Они, значит, начинают трындеть за жизнь гуманную, за кашу манну. И Аунрай говорит: слушайте, говорит, так может это, хуй с ним, говорит, с этими, говорит, упертыми фанатиками, говорит, ну, ты-то вроде умный человек, говорит, да го в высшее благо, заебал. Он такой говорит: да не хочу я ваше высшее благо, говорит, на кой хрен он мне вообще нужен? Он такой говорит: а я тебе давай расскажу, говорит, когда-то... Полис ОМС. Да, говорит, когда-то мы Тау, говорит, мы были как вы, варвары, дикари, говорит, которые, говорит, ну вот, вообще, говорит, жить мирно не умели. Только, говорит, воевали, да трахались, трахались, да воевали, говорит. Ну, в общем, говорит, ужасно было. Ну, говорит, и почему-то высшее благо. Он такой: ну так вот ты слушай. Мы, говорит, типа там, ну, в общем-то, здесь рассказывается нам история Птау про то, как они там своими племенами воевали друг с другом, а потом пришел первый, типа, посланник великих и рассказал им про высшее благо, и как, блядь, заебись, жить при коммунизме. Угу. Вот, и типа они этой идеей прониклись, и вот у них уже классная империя. Вот. И параллельно он еще прикольно, причем прикольно, он параллельно ему агитматериалы показывает. У него планшет, на котором показывают фильм, как люди живут в империи Тау. Они ходят счастливые, в таких каких-то одеяниях Тау. Короче, с другими Тау обнимаются. Значит, короче, цветы на клумбах поливают. В общем, полный балдеж у них там происходит. Вот, и Гудальгар говорит: так я, говорит, все еще не понимаю, как работает это ваше высшее благо. Он такой: да, говорит, это не важно. Важно, что оно работает. Говорит, любому высшем благе, говорит, место найдется. И Гудальгар говорит: даже мне! Он такой: даже тебе, маленький, говорит, даже тебе найдется. Высшее благо, оно же открыто всем, кто к нему стремится. Говорит: старичок, ты чё? И в это время мы также видим, как нам к ним в процессе разговора проходит товарищ Лорд Туэн Перджет, который на свою тросточку, значит, опираясь, подходит к ним такой. И Аунрай такой: добрый вечер, Лорд Туэн. Лорд Туэн такой: пошел нахуй, Ксенос. Говорит: а, Кудалькар, у меня к тебе дело. Он такой говорит: я тебя слушать не хочу. Говорит: иди сразу в жопу. Говорит: вот сразу же, блядь, разворачивайся и нахуй иди. Он такой: ну, тогда я буду краток. Он такой: хорошо. Говорит: какая неожиданная, говорит, перемена в твоем характере. Он говорит: ну, у меня новости о ходе войны. И нам надо поговорить о том, как бороться с Тау. Люди готовы. И у нас есть план. А он такой: я тогда здесь еще сижу. А Кудалькар говорит: ой, говорит, опять, говорит, эти ваши планы. Я же тебе говорил, ты зря теряешь время. Говорит, мне... неинтересно. Мы ничего с этим не можем поделать. Говорит, побег неинтересен. Говорит, да и в принципе на самом деле. Говорит, я вот поговорил с товарищем Аунраем, говорит, подумал, и знаешь, уже в принципе не так уж и плохо смотрятся их перспективы. Говорит. Лорд Туэн говорит: да ты, говорит, охуел. Этот Аунрай, говорит, ну тебе мозги просто промывает. Говорит, что ты услышишь? Что ты ему, блядь, там в мозги впиваешься? Аунрай говорит: я ничего не впиваюсь. Говорит, я просто ему говорю: вот, пожалуйста, просто чисто разговор ведем. Вот, а Кудалькар говорит: ну так ты мне что сказал? Говорит, даже если мы победим в войне, Империум об нас в лучшем случае ноги и вытрет, как бы, и в гарнизон превратит. Mm-hmm. В худшем, говорит, нас всех нахуй казнят. А он тут предлагает, короче, типа,
переезд, соцпакет, говорит, работу нормальную и прочее, прочее. Вот, и он говорит, что, знаешь, типа Микола, в принципе, была не такая уж и тупая баба, как я думал. А Лордуэн на него смотрит и говорит, так Микола мертва. Кудрилька сразу грустнеет. В смысле, говорит, а ты откуда ты знаешь? Он такой, так с Лордуэном, говорит, привезли девочку, арбитра, говорит, раненую. Говорит, ее пока латали, она в сознание пришла и все нам рассказала. Говорит, все, говорит, сдохла Микола. Угу. Он говорит, а как она умерла? И тут Лордуэн понимает, что если он сейчас ему расскажет, это не сильно как бы расположит Кудрилькара к империи. Он такой, да какая разница? Ну, сдохла да сдохла, как предательница, говорит, неважно. Он такой, нет, расскажи мне. Говорит, мама знает? Он такой, нет, говорит, твоей матери я еще не говорил, будет лучше, если ты ей скажешь. Он такой, хорошо, хорошо, говорит, так а как она умерла-то? Лордуэн такой, она умерла в стеклянном доме, Прилаткула забил ее до смерти. И Кудрилькар такой, Кула убил ее? Он такой, нет, я сказал, что забил до смерти. Ты что, не слушал? Он такой, Кула, вот пидор! Я всегда знал, что он конченый. Империум убил Миколу! Вот, и Лартуэн говорит, нет, говорит, ее убил ее выбор, а не Империум. Почему тут Империум-то? А он такой, нет, убирайся, говорит, я не хочу это слушать. И говорит, чтоб я тебя вообще больше слова не слышал. Говорит, ничего больше общего с Империумом иметь не хочу. Лортен такой, так, говорит, ты не горячись. Это горе говорит в тебе. Угу. Говорит, так-то ты вроде нормальный парень. Он такой, нет, говорит, я, Лортен, думаю именно так. Я плюю на Империум и проклинаю Императора. Пошел он в арм. И злобно уходит. Да-да-да-да-да. В это время мы с вами переносимся снова в Альцетин, где Тао попытались ломануться через вот этот невзорванный мост, короче, и Уриэль там позвонил по Воксу и сказал, ну-ка нахуй, давайте реализуем план пиздец. Те такие, да, наконец-то. На кнопочку нажимают, и в мост начинают обстреливать Василиски. Угу. Вот Уриэль уводит всех своих людей с моста, его обстреливают Василиски, и пфф, второй мост наконец-то взрывается. Вот, взрывается второй мост. И первый, ну типа, центральный мост Императора они взрывать не стали. Но Уриэль придумал классный план, который уже начал реализовывать. Они взорвали бастионы. Они взорвали бастионы, эти вот эти гигантские 600-метровые здания, они просто обрушились и завалили проход через мост. Для чего это было сделано? По прикидкам Уриэля... Против армии, у которой почти все основано на грави-подушке и реактивных ранцах. По прикидкам Уриэля, для того, чтобы пройти через эти завалы, Тау понадобится примерно неделя. Не знаю, как он это высчитал, но тем не менее, этого времени им более чем достаточно, потому что в голове у него уже созрел план. Он намедни вызвал к себе одного из спейсмаринчиков и приказал ему отправить два сигнала, два сообщения. Один Лиарху, а один адмиралу Тиберию с горе побежденному. Угу. Вот, поэтому, как только рухнули эти бастионы, они садятся в свои громовые ястребы и улетают. Угу. В общем, летит Уриэль, летит капеллан Клозель рядом с ним и говорит, вот здорово ты, Уриэль, придумал разъебать, говорит, тут все, вот это, говорит, был прям классный план. Он такой говорит, да знаю, я знаю. Мы покажем Тау, для какого именно боя нас создавали. И кораблики летают на орбиту. В это время мы с вами переносимся в такое прекрасное место, как Горный Перевал, где все еще идет танковая колонна Уинтерборна. Угу. В общем, они разогнали там всех Тау, прочая фигня, но спустя какое-то время новая засада. Опять начинается сражение, опять идут фаервореры, танки взрываются, Уинтерборн там всех ебашит из своего Бенблейда. В общем, все развлекаются как могут. Фишка в чем? Тау быстро смекнули, что у них нет вооружения, способного пробить броню Бенблейда. Так. Чего они придумали? Капитан Модерик наш бежит, значит, с винтовкой, стреляет по проклятым ксеносам, поворачивает голову, видит перед собой Отец Время, на который ползут десятки крутов. Ну, типа, они прям напрыгивают на него. На броне Бейнблейда 10 крутов, но это ж ничего, считай. Вот, у Бейнблейда там, короче, спонсоры начинают хуреть из стороны в стороны, башнями вот так вот, короче, просто сбрасывают себе этих крутов. И тут мы видим самого большого, самого злого и красноперого вот этого вот крута. Mm-hmm. Вот, который лезет тоже со своими пацанами на Бейнблейд, а у него на спине в рюкзачке бомба здоровенная. Модерик, естественно, понимает, что это бомба здоровенная, и говорит, как Властелин колец, типа, убей его, убей! Вот, гвардейцы такие чи-чи-чи-чи начинают в него стрелять, но круты уже забрались на танк и укрылись за башню. Угу. Модерик такой, пацаны, подсадите!
разбегается, короче. Пацаны его подсаживают, он залетает на этот танк. Начинается перестрелка, гвардейцы в итоге сшибают всех крутов, остается только наш красноперый, который к башне Бенблейда уже прикрутил эту бомбу и такой... Чё-то там кнопки нажимает, модель к нему звуку принимает, такой «Ага!» и нож выхватывает. Крут такой и тоже нож выхватывает. Смотрят друг на друга. Да я дикий, меня нож не берет. Вот, стоят такие друг на друга, смотрят, а Крут ему такой «Краст-пррр». Он такой «Чего, блядь?» Он такой «Краст-пррр». Он такой «Ты чё, красноперый?» Он такой «Краст-пррр». И Модерик такой говорит, ну давай, красноперый, иди, сука, сюда, покажи, что можешь. И у них начинается лютая, веселая ХТХ гвардейца и круто на крыше Бенблейда, который продолжает стрелять. Вот, в итоге они там красиво сражаются, как могут. Сейчас Крут просто пиздит, короче, Модерика, который по щам там отхватывает. Но благо Крут теряет нож, потому что тот его, типа, резанул, тот его выронил. В итоге Крут его валит на землю, начинает, короче, просто бить башкой об танк. Ну, типа, затылком. А Модерик поворачивает голову, а у него прямо за его ухом, короче, хэви-болтер хуярит куда-то там в пространство. Он, короче, хватает этого Крута за кожаную перевязь, такой «Хэть!» И Крут такой «Это что здесь?» Пфф! И выстрел хэви-болтера просто сшибает ему башку. Тело его падает, Модерик всакивает весь в крутской крови, подбегает к этой бомбе, она что-то там, блядь, пищит, пиликает, лампочками переливается. Он такой «Блядь!» Не может ее оторвать. Такой, да ёптывай, что же делать-то? И тут он сзади слышит, а ну-ка, посторонись, мальчик. Он оглядывается назад и такой, а ты, блядь, как сюда попал? А там стоит тот самый безумный поп в черной рясе. Стоит безумный поп в черном рясе, блядь, с двуручным цепным мечом, такой, ну-ка, дай-ка я попробую за императора! Ну такой, ты что делаешь-то? Тот его просто отпихивает и цепным мечом ебашит эту бомбу. Модерик такой, блядь! Закрывает голову руками, но взрыва не следует. Он такой, а? Что за хуйня? Вот, а фанатик этот распилил бомбу напополам. Бомба отлепилась, развалилась на две части и такая... И выключилась. Ну вот, она, короче, выключилась. Модерик поворачивается к этому попику и говорит... Ты, говорит, откуда ты знал, что он не взорвется-то? Он такой... Я не знал. Вот. И тут опять начинается стрельба Тао, и какая-то шальная пуля на самом деле пробивает грудь нашего веселого монаха. Типа из него там влетят куски крови и ребер. Он такой... В смерти я найду покой! И помер. Короче, лежит, сидит капитан Модерик, блядь, на танке. Мертвый Круты. Мертвый поп, бомба напополам распиленная. Все в крови. В это время открывается люк, показывается башка Уинтерборна. Он такой... «Капитан, ты какого хуя мне на танк залез?» Он такой, Кэп говорит, «Честно, если расскажу, вы не поверите». Я такой, «А, говорит, ну ладно, я обратно в танк полазит». Вот, в это время происходит следующее. Мы с вами снова оказываемся в прибрежном городе Проксидоси, где Кудалькар продолжает разговаривать с Саунраем. Продолжает он разговаривать с Саунраем, да, только как бы здесь еще присутствует наш адепт-пердеж, как говорится. Кудалькар говорит, все, говорит, иди в жопу, говорит, империум ваш говно, император членосос, говорит, мне неинтересно тебя слушать. И Лордон говорит, ну хорошо, говорит, я думал до этого не дойдет, но тем не менее, как наивысший представитель администратора на этой планете, я, Лартуэн Перджет, лишаю тебя власти планетарного губернатора и отныне снимаю тебя с этой должности. Угу. Кудалькар говорит, серьезно, блядь? А я так держался за эту должность, говорит, что пиздец, говорит, это, понимаешь, это ничего не меняет, иди, говорит, в жопу. Вот, а Аунрай ему там в ухо впился, что вот мы тебя, короче, там к себе в империю отвезем. Закончишь там быстрые курсы переподготовки, короче, будешь нашим послом мира. Закончишь наш местный скиллбокс. Да-да-да-да. 100% трудоустройство. По ссылке в описании. Вот, и перейдешь, говорит, все, мне, говорит, плевать, мы все равно наш план реализуем. И тут взрыв просто, и одна из казарм нахуй взлетает на воздух. Кудалькар смотрит на Лордона и говорит, вы что, говорит, ебанутый, вы что сделали? Вы как бомбу сделали из мыла, блядь, что ли? И тут он понимает, что Лартуэн не менее удивлен, чем Кудалькар, и он поворачивает голову, такой, блядь, а там скауты бегут. Ой, в общем, начинается перестрелка, скауты быстро разогнали всю охрану этого лагеря, пооткрывали замки, выбегают гвардейцы, чумазые, злые, не со всеми тут обращались, как с Кудалькаром, оказывается. Вот, начинается этот тюремный бунт, они, короче, там вдесятером, блядь, бросаются на этих Тау, головы им откусывают, потому что оружия у них никакого нет, конечно же.
Во время этой драки к нашему Аунраю и Лорд Уэну и Кудалькару присоединяется еще мать Кудалькара, и на костылях приходит Микола Шиней. Такая, интересно же, говорит, я стрельбу услышал, а что тут происходит? Стоят на это, смотрят, и когда начинается сражение, Шиней такая говорит: а помните, меня в ногу ранили? Они такие: да, помним. Она такая: ну так вот, не так уж и сильно. Поднимает на свои костыли. Я не понимаю, почему они этого не заметили. Она, блядь, сидя у себя в палате, заточила костыли. Один заточенный костыль она втыкает в одного охранника Тау. Другой заточенный костыль она втыкает в другого охранника Тау. Те, короче, блядь, падают и умирают от удара костылей. А на нее с ножом бросается та самая девочка Тау, полководец. Они, значит, сцепляются, начинают кататься по земле. В это время Лорд Уэн, видя, как один из воинов упал, поднимает его винтовку. Кудалькар такой: блядь, Лорд Уэн, не надо, не губи себя. Он такой: нормально, я смогу. Начинает поднимать винтовку. Тут один из охранников Тау такой: пшу. И Лорд Уэн такой: а-а-а! И умер. И все такие: да блядь, перестаньте убивать людей. Что ж происходит-то? Кудалькар подбегает к умирающему Лорд Уэну, держит его на руках. И он такой: прости меня, мальчик. Он такой: мам, ты видишь? Мам? А тут мы видим уже, как, опершись о стену, просто и оседая с кровавой полосой, на землю опускается его мать, блядь, тоже с дырой в животе. Тоже какая-то шальная тау-пуля. Он такой: мама! Подбегает к ней, и она уже... А мама умирает у него на руках. Он такой: нет, нет, мы тебя вылечим. Она такая: Кудалькарчик! И тоже умирает. Он такой: да блядь, чё так мало страниц до конца осталось? Вот, и он такой типа: нет, император, спаси её, пожалуйста, я был неправ, я был дебил, ты не лох. Кричит в небо, тут он слышит сбоку голос Аунрая, он такой: все вы люди одинаковые, кажется иногда, что вы прозрели, но в любой непонятной ситуации вы начинаете славить своих богов и духов. Говорит: как же это по-варварски. Он такой: ты что, не видишь? Она же умерла. Все, говорит, нету ее больше. Он такой: я это понимаю прекрасно, говорит, что она умерла. Говорит: но не нужно предаваться отчаянию. Говорит: мы все еще можем стать хорошими друзьями. Тут сбоку опять появляется Латиен, которая, блядь, вся перемазана в крови, потому что пока Кудалькар и Аунрай разговаривали, она прирезала Шербен. Ну, типа, там пыталась ей костылем по башке дать, но у нее это не очень хорошо получилось, короче, и в итоге, типа, она церемониальным офицерским кинжалом просто Шербен, блядь, выпотрошила и обмазалась ее кровью. Варвары. Вот такие вот они, да. Вот, и Аунрай говорит: но это все еще не конец, ты еще можешь стать частью великого блага. И Кудалькар такой говорит: не, говорит, встает, отряхивает от крови свою рясу и говорит: я думаю, что нет. Я не хочу ничего от тебя и от твоей расы. Если мне суждено умереть, то я, пожалуй, умру среди своих. Начинает он идти вперед, где идет сражение. Бегают там эти пленные, спейсмарины, что друг друга гасят, Тау. В это время уже подъезжают танки таусяцкие, ну и фаерворы разбегаются. Он идет туда, блядь, как это, как блаженные руки просто развел в стороны, идет, мимо него пули свистят. Он такой: я готов сдох. И он такой: а это что такое? Смотрит в небо, вот, а там уреет верхом на Тандерхоке. А там на самом деле Аунрай ему говорит: чувак, говорит, но это же глупо, ваш маленький бунт ничего не сделает, вы не победите. А Кудалькар смотрит на небо и такой: да, говорит, не победим. Аунрай, а угадай, что это? Аунрай поднимает голову, а там летят дроп-поды. Ну, так что ты был почти прав на самом деле. В итоге, что произошло-то за все это время? Уриэль, короче, вернулся на горе побежденному. Они, Лиарх ему сообщил всю информацию о том, что Аунрай прибыл в расположение и бла-бла-бла, и, ну, типа, обратно в лагерь. Вот, и Уриэль спланировал, типа, вот эту атаку. Дикую, дерзкую, чтобы, типа, обезглавить верхушку Тау, а там посмотрим, как пойдет, короче. Вот, и в итоге, действительно, с неба падает несколько дроп-подов. Точнее, падает три дроп-пода. Сначала падает первый, открывается, и выбегает оттуда Уриэль с отделением Уриэль под названием. Ну. Которое раньше было отделение Лиарх, как мы помним. Вот, начинается стрельба, они начинают стрелять Тау, почем попало, и в это же время с неба падает еще два дроп-пота пожирнее, открываются, а там два дредноута. Такие: здорово, ебать. И как давайте их Тау просто как щенков гонять по всему лагерю. В общем, они, значит, идут в атаку, там, блядь, потом еще дроп-поты сыпятся, вся четвертая рота несется через этот лагерь, короче, дредноуты, спейсмарины, пиздилово.
Пилей разворачивает стяг 4-й роты, блядь, и спейсмарины вообще просто такие... Там, блядь, боевой дух просто до небес. Лиарх смотрит с какого-то кювета, как бегут его братья с флагом, плачет от счастья. Какое зрелище! Вот, а Уриэль такой, типа, знамя 4-й роты с нами! Да не дрогнет никто! И та вот такие, да, блядь, на ту строя, блядь, совесть имейте. В общем... Всех они там начинают раскатывать просто по жести. Там Уриэль, конечно же, скачет с альтухи-вертухи. На него там батлсьюты нападают. Их сносят дредноуты, короче. Он их там лично мечом рубит. А там еще есть прикольный момент. Он, короче, рубит мечом один из батлсьютов, а тот ему такой и въебал. Как ебнет ему. Уриэль, короче, падает на землю. Батлсьют взрывается. Уриэль поднимает голову. Над ним стоит здоровенный дредноут и такой: «Осторожнее, маленький капитан. Твоя броня не так крепка, как моя». Дальше такой поскакал. О, Лемон Руссов The Lake, вот из ее виздом. Вот, в итоге там посреди поля битвы Ульяр и Лиарх встречаются, пожимают друг другу руки по-спейсмарински, такие, блять, как я рад тебя видеть, мой друг. Вот, и в итоге они прорываются к той позиции, где тусил Аунра и прочие-прочие ребята. И мы видим с вами несколько другую ситуацию. Тао, как ты, наверное, не удивишься, все-таки прорвались через эти разрушенные бастионы. Допустим. И мы видим, как в в каком-то блиндаже, в каком-то бункере сидели офицеры, туда прилетает какая-то мега-ракета, взрыв, блять, все в пыли, и в дыму, и из-под обломков вылазит Лой. Вылазит Лойвик, весь чумазый, башка пробита, кровь течет, он такой: «Что за хуйня?» Сплевывает кровь и такой: почему у меня такая яркая кровь? Это может значить то, что у меня пробита легкая или артерия?» «Да вроде нормально», говорит. «Это я просто мнительный». Как по воксу такой: «Алло, императорская картана? У меня течет кровь носом, что мне делать?» «У тебя рак». Вот, он поворачивает голову и видит, что большая часть людей, которые были в этом бункере, к сожалению, мертвы. Это связисты, офицеры и прочее. Он видит полкового комиссара, которому снесло полбашки взрывной волной. Он все еще храбро сжимает саблю, конечно же. Естественно. Вот, в общем, из всей этой фигни... общем, Лойвик еще прикольно такой, он смотрит вокруг, трупы его качает, и он такой: «Так, соберись, мужик». Так и написано: «Соберись, мужик». В общем, он осматривает, и единственный, кто там выжил, это капитан Гербер, на самом деле. Тот его вытаскивает из-под обломков, у него там сломанная рука. Вот, он такой, типа: «Что случилось-то?» Он такой: «Я не знаю, ёбнули по нам чем-то». Говорит: «Ты не двигайся, у тебя рука сломана». И Гербер такой: «Я, блядь, офицер Астра Милитарум, иди нахуй! Бывало и похуже, я как-то раз 3 дня бился со стрелой в мошонке. Такой: помоги мне подняться». Значит, его поднимает, такой: «Что делать-то будем?» Он такой: «Что делать? Нужно найти оставшиеся живые части и возглавить их, и повести в наступление». И в этом, а там пролом в стене от этой ракеты. Угу. Вот. И на фоне солнечного света, на фоне этого яркого силуэта, появляется 2 батлсьюта. И один из них такой направляет на них огнемет. Угу. И они, конечно, его смотрят, такие: «За руки взялись». И... Мы встретились очень странно. Да-да-да. И приготовились отдать Богу душу. А в это время мы видим, как Уриэль, Лиарх и еще несколько спейсмаринов берут Аунрая в кольцо. Берут Аунрая в кольцо, а девочка-военачальник таусяцкая, она, короче, хватает Кудулькара, прижимает его к себе и нож ему горло представляет. Значит, спейсмарины подбегают, Кудулькар такой, типа: «Уриэль, Уриэль, не дай им убить меня, пожалуйста, пожалуйста, говорит, пожалуйста, я все осознал, я тупой, извините, пожалуйста». Вот, а Уриэль поворачивается к Аунраю и такой: «Вы понимаете мою речь?» Аунрай говорит: «Да, конечно, я же не дебил какой-то, конечно, я вас понимаю». Он такой: «Я Уриэль Вентрис из Ордена Ультрамаринов. Назовите свое имя». Он такой: «Я Аунрай, божественный из Союза Охотников, Пылающая Звезда». Он такой: «О, говорит, как красиво». Ну и Уриэль ему говорит: «Давайте, говорит, это все, прекращайте». Чего прекращать? Просто вот это вот, прекращайте, да. Уже как-то, не смешно становится. Он такой: «Вы немедленно должны прекратить эту войну». Аунрай говорит: «Что это вдруг-то, мы же побеждаем». Уриэль говорит: «А, ну я же забыл добавить вторую часть». Говорит: «Если вы не прекратите войну, я прямо сейчас здесь вас убью». И Аунрай такой: «Моя жизнь – ничто в сравнении с высшим благом», – говорит он Уриэлю. А Уриэль смотрит ему в глаза и понимает, что пиздит, жить-то хочется. Вот. И Аунрай там что-то еще немножко покабенился, и Уриэль говорит: «Ладно, чтобы вам проще было, давайте-ка я объясню, как все будет».
Говорит, даже если вы захватите планету, говорит, у вас не останется сил и ресурсов, чтобы ее удержать, говорит, потому что в течение небольшого промежутка времени сюда, блядь, прилетит флот, который приведет очень много солдат, говорит, и из соседних систем, говорит, и мы вас просто выбьем и высушим. И ничего вы нам не сделаете, потому что нас дохренища, а вы синие. Вот, говорит, а даже если, говорит, и подкрепление не захочет сюда идти, говорит, вообще-то у меня тут на орбите висит горе побежденному, говорит, слыхали о таком? И у него, говорит, есть прекрасные торпеды, которые разъебут эту планету, стоит мне захотеть. Так что, говорит, давайте мы не будем тратить время друг друга, вы отпустите нашего губернатора, сядете в свои кораблики и свалите с этой планеты, желательно навсегда. Угу. В общем, Аунрай, значит, все это дело выслушивает и говорит, ну, хорошо. Если я отдам приказ об отступлении, вы гарантируете безопасность моим воинам? Уриэль говорит, конечно. Я человек чести все-таки. Тот такой, ну, тогда, говорит, ладно, я согласен. Поворачивается к своей девочке, этой таусятке-то, Латиен, и говорит, будь любезна, говорит, отпусти губернатора. Та такая, с удовольствием. И перерезает ему глотку. Ну, тут нам, типа, показывают, что она, типа, в плену столько не натерпелась, ну, понятно, что теперь людей ненавидит. Да. Вот, она перерезает ему глотку, Кудлякар такой, это что это? Падает и умирает. Это как так-то? Вот, Алиарх точным выстрелом болт-пистолета взрывает башку этой девочки, короче, Тау опять все напряглись, вот, Уриэль тоже напрягся, а Аунрай, как хороший политик, такой говорит, а, это не считало, этого не было, эту вообще девку мы не знали, она вообще... Мы ее уволили неделю назад. Да, она вообще приблуда, короче, и это вообще даже не факт, что типа это из наших, поэтому все, говорит, мир, жвачка, все, говорит, я войну отменяю, смотрите, вот уже, говорит, это, вот уже делаю, говорит, алло, все, войне, стоп. Стоп, машина. Да-да-да-да. И он говорит, вы не обессудьте, говорит, она просто в плену очень страдала, говорит, поэтому маленько ёбу, говорит, дала. Мы не все, говорит, такие. Да кого, как говорится, интересует чужое горе. Да, и Уриэль говорит, хорошо, говорит, хрен бы с ним. Ну, Кудлякар что-то побулькал из этих. Он говорит, хорошо, говорит, все это закончится, как только ты прикажешь своим войскам отступить. А он говорит, я вообще-то уже это сделал. И мы видим, как полковник Лоик и Гербер стоят, смотрят на батлсьют с огнеметом, который уже готовился ее сжечь, но потом такой дзык. Убирает огнемет, открывается его вот эта вот грудина, угу. Там сидит еще один какой-то Тау, смотрит на них и такой говорит, я Шас-Ел Сацея Эсавен, огненный воин из союза охотников, пылающая звезда. Ну и Лоик такой говорит, а я полковник Лоик, и тоже красивый. Так. Вот, он говорит, мои войска прекратили бой и покидают этот мир. Спасибо за игру. Спасибо за игру, говорит, да. И Лой говорит, в смысле, говорит, это как понимать, говорит, все это, говорит, бойня, вы что, просто уходите? Говорит, вы же, блядь, почти победили. Да, говорит, хуй с ним, вы победили. Вот, он такой говорит, но вы не понимаете, это высшее благо. Мне сказали прекратить войну, и я прекращаю войну. Честь имею, говорит, джентльмены. Разворачивается, такой дзык, 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 начинает уходить. Ну, на выходе из этого бункера поворачивается еще раз и такой, и вы были правы, мы победили. И в следующий раз мы тоже победим. Дзык, 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 и уходим. Пока не очухались. Вот, и в это время также мы видим, как полковник Уинтернборн, короче, сидит в своем бенблейде, ему такие, сэр, сэр, все частоты снова свободны, с нами связывается куча, короче, подразделений и полков, непонятно, что происходит. Тау отступают по всем фронтам. И Уинтернборн такой говорит, ну, это что это, мы типа победили, что ли? И Янка такой, да, сэр, это победа, это победа. Вот, и они давай обниматься, в принципе. И он говорит, что типа давай, свяжись со всеми и скажи, что война окончена. И Йенка такой, блядь, это же сколько обзвонить надо, и идет к Воксу, собственно говоря. Дальше нам рассказывают про последствия. Типа, мы переходим в эпилог, где нам говорят, что типа да, в течение 10 часов после окончания войны все Тау покинули планету. Так. Ну, поднялись вот эти здоровенные манты, блядь, они все там быстренько погрузили. Мант хочется жесть. Вот-вот-вот. И оттуда, собственно говоря, свалили. На Space Marine, так как, ну, планета начала что-то потихонечку восстанавливаться, как могла. Вот. А наши дорогие ультрамарины за ненадобностью большего здесь нахождения, они, собственно говоря, свернули свою базу. Ну, там еще прикольно описывается, как, типа, вот эти базы у них собираются, что, типа, она, по сути, просто сложилась в кубик, и ее, блядь, на корабле обратно в космос увезли. Угу. Вот. И по итогу, типа, да, они собрали всю свою базу. Последним, конечно же, они очень красиво упаковали свое знамя, чтобы все было очень пафосно и прочее. Там, короче, капеллан Клозель сказал, что Уриэль самый охуенный в мире командир, короче, и что он теперь великолепно следует кодексу Стартес, и что, типа, любой, кто на Уриэле быканет, будет теперь дело иметь с капелланом, как бы, в первую очередь. А полковник Уинтернборн с Натаниэлем также
и полковником Ловиком на дорожку, короче, распили маленько горячительного, обнялись, простились и разошлись. И последняя сцена, мы застаем Аурелия Вентриса уже после погрузки. Он входит на мостик горе побежденному и видит Тиберия стоит. Тиберий, в смысле, стоит. Так. Рожа грустная, что пиздец. А он же еще и негр грусти, короче, стоит. Но он к нему подходит, говорит: Тиберий, что случилось? Говорит, ты что такой смурной? Он такой: кое-что случилось, Уриэль. Кое-что случилось. Он такой: да что, блядь, случилось-то? Курочка закончилась в столовой. Что такое? Он такой: помнишь Тарсис Ультра? Он такой: ну да, говорит, мы же там с тиранидами сражались. Он такой: вот. Его больше нет. И на этом заканчивается сцена и наша книга. В общем, на уша. Я тебе говорю, просто книжка про то, как чуваки весело повтыкались. Да, да. Ну, это прям солидно, солидно. Не, ну было много прикольных моментов. Вот этот самый священник на розовой ринке. Забавный. Нет, моментов крутых очень много на самом деле. И это по факту первая книга на самом деле, где я увидел, как спейсмарины жрут мозги. Угу. Потому что вообще ультрамарины типа этого делать не любят. Потому что это как бы приближает их вот этим диким орденам, там, всяких расчленителей и прочих, там, ну, кого они считают не совсем достойными ребятами, mm-hmm. скажем так. Ну, а здесь вот, как бы, Лиарх все-таки пошел на такие жертвы, бедняга. Там еще была прикольная глава, где он ходил еще полгода и плевался, короче. Потому что ему было пиздец как невкусно. И сержант скаутов говорит: да ладно, что ты? Он такой: да ладно, что я? Говорит: это мне пришлось мозги жрать, а не тебе. Вот, моменты крутые есть, да. Вот прикольный момент с прилатом этим, что он ёбу дал. Прикольный момент со священником, который тоже ёбу дал. В общем, всем было весело и хорошо. Вот. Немножко нелепые в конце смерти, потому что, ну, Шербен как бы можно было, в принципе, и не убивать. Да не, да нормально, что она умерла, господи. Ну, с другой стороны, да, вряд ли мы где-то потом еще впоследствии ее встретили, но на самом деле здесь Грэм Макнил, во-первых, убил не столько персонажей, как он обычно любит это делать. Обычно в книге там реально один Уриэль остается посреди выжженной земли. Ну, потому что Пазаниуса нет. Да, а во-вторых, я не знаю почему, но, по-моему, он очень любит бэктрекинг. Да. Потому что, ну, типа, Павонис раз, опять Павонис, и тут он такой: помнишь Тарсис Ультра? Помню, он такой... Пизда там чё. Вот. Кто знает, может, в будущем он снова напишет книгу про Паровозик 2. Ну, кстати, это вполне возможно. Но, тем не менее, ближайшая книга, которая нас уже ожидает о наших похождениях прекрасных Уриэля Вентриса, это пятая, по-моему, если я помню, книга. Последняя, самая свежая, где наш прекрасный... Мечи Калты, который? Да. Где наш прекрасный капитан 4-й роты уже Примарис. Вон он стоит, сука, смотрит на нас. Он осуждающе смотрит. Да. Я не хотел быть Примарисом. Меня заставили. Ну а вы пишите ваши комментарии чуть ниже. Вот еще одна серия закончилась. Следующая начнется совсем скоро на нашем сайте thestation.ru, на который я вам советую, конечно же, подписаться. Друзья, ну что, в конце концов-то, если вы смотрите, не здесь. Ну а также не забывайте про наш прекрасный ютубчик. Второй каналчик, на который тоже можно подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Почему? Витька, Данька, а пока. А пока-пока.